С коллегами-журналистами в пресс-центре Харьковской фан-зоны эта девушка болеет за украинскую сборную. Но известной она стала благодаря голландским фанатам. Выложить это видео во всемирную паутину журналиста Харьковской службы новостей Юлию Ляхову попросил системный администратор. В интернете ролик посмотрели больше 2 миллионов человек. Юлия стала знаменитостью. Ее просят расписаться на память. Я когда зашла в пресс-зону, ко мне даже подошел иностранный журналист и просил автограф. И узнают на улице. Я проходила мимо толпы голландцев. И парень, когда меня видел, сначала долго пристально на меня смотрел, а потом сказал: «Ю-ю! Можно сфотографироваться с тобой». За время Еврочемпионата хитом стало не только видео Юлии. Популярностью пользовались ролики о том, как радовались болельщики голам украинской сборной. И как коротали время перед матчем с Францией. Последние 2 недели весь Харьков жил футболом. На машинах развивали желто-синие флаги, болельщики разрисовывали себя в цвета украинского двуколора и сочиняли заводные речевки. В фан-зоне тысячи людей болели за украинскую сборную. С мухобойкой на французов веселились мы от пуза, ура! И поддерживали другие команды. На матче между сборными Нидерландов и Германии украинский фанат болел за Германию. Откликнулись харьковчане на призыв голландских болельщиков поддержать оранжевую команду. Горожане провожали фанатов до стадиона, учили голландские речевки. Холланд, юб и все. Подучим еще. Но массовая поддержка фанатов голландским футболистам не помогла. Все 3 харьковских матча сборная Нидерландов проиграла. В понедельник фанаты стали собирать чемоданы. С собой увозили украинские сувениры. Денег на них не жалели. Чашки, там, тарелки, сувениры разные, магниты, то есть полотенца, всего понемножку. А вот на жилье фанаты предпочли экономить. Многие разместились в лагере на берегу Журавлевского водохранилища. К услугам риэлторов болельщики обращались нечасто. Номера в дорогих гостиницах пустовали. Мало интересовались иностранцы и туристическими маршрутами. Популярностью у них пользовались в основном исторический музей и Сковородиновка. Но еще чаще фанаты просили организовать велосипедные прогулки и ездили на рыбалку. Во-первых, у нас красивая природа. Ну, плюс недорогие цены, ну, и хорошие условия. То есть поэтому они были заинтересованы. Заинтересовались иностранцы украинской кухней. В вип-секторе харьковской фан-зоны болельщики с удовольствием уплетали украинские вареники, окрошку и домашнюю колбасу. А сало заказывали нечасто. Они как бы не совсем понимают, что это за продукт. Ну, как бы им пытались объяснить через понятие бекона, но у них понятие бекона — это совсем другое. Сразу после отъезда фанатов форумы и социальные сети заполонили сообщения харьковчан. Жители города писали, что будут скучать по иностранцам. Болельщики покорили всех веселым нравом, яркими костюмами и примерным поведением. Когда наши играют, и у нас во дворе тут творится непонятно что. С бутылками ребята ходят, везде сидят. Это нецензурно выражаются, сами понимаете. А когда было Евро... Все было мирно, тихо, никого во дворе не было. Иностранцы признавались, тоже будут скучать по Харькову. Во время своего последнего шествия по городу болельщики благодарили местных жителей плакатами на украинском и русском языках. Вы прекрасные, хорошие люди. Спасибо вам за все. Харьков, спасибо. Валерия Шапаренко, Алексей Калмык и Борис Буцевич. Объектив «Неделя».